Дорогие друзья, большой всем от меня ювелирный привет. Наконец-то добрался до этого видео, в котором мы займемся изготовлением подвески с драгоценными камнями, композицией которого мы уже занимались вот в этом видео. Рекомендую к просмотру. Ну и вступительного ролика, кто еще не смотрел сюжет по эскизированию, вы видели, что из себя представляет композиция этого изделия. Состоит эта подвесочка из двух частей. Верхней с обожженным аметистом, огранки формы подушка, и нижняя часть. Это турмалин каплевидной формы. Ну или, если называть это грамотно, огранка груша, окруженная целлоритами. Зелень — это было пожелание клиента. Ну и центральный круглый целлорит, как композиционная технологическая связочка двух частей. Чем мы занимались сейчас? Вы уже видели, что я подготовил золотой прокат, из которого мы будем делать оправы под крупные камни. Кстати, что касается изготовления кастов, мне очень много поступает комментариев и просьб от моих подписчиков, в том числе и от моих собственных студентов, рассказать более подробно об изготовлении крапановых кастов. Поэтому сейчас мы с вами порисуем, и я расскажу вам все тонкости по изготовлению вот такого вида оправ. Ну, начнем с того, что касты я бы поделил на три основных категории. Первое – это каст глухой. Второе – крапановый каст, о котором мы будем говорить сегодня, и каст комбинированного типа, ну или фантазийный каст. Крапановый каст, он тоже в свою очередь, его можно разделить на две категории. Это крапана, которые формообразуются из тела каста, и крапана напойные. Какой будет случай у нас? Ну, я думаю, что первый каст, который у нас будет внизу обрамлять каплю, турмалинчик, он у нас будет скорее комбинированного типа. И почему, я еще потом объясню. Ну а верхушечка изделия, это аметист формы подушка, я думаю, что крапана мы сделаем из тела самого каста. Но разговор у нас пойдет о крапановых кастах, потому что по ним больше всего возникает вопросов, и больше всего начинающие ювелиры допускают ошибок. Ну, возьмем, к примеру, нашу каплю. Не очень симметрично, но ничего страшного. Ну, кстати говоря, о грушевидных формах, они, ну, чаще всего имеют классический размер относительно своей длины и ширины. Но опять же, говорить о крупных камнях и дорогостоящих, естественно, если у огранщика в наличии есть хорошее, большое, ну, большой кусочек сырья, обходить, убирать, стачивать драгоценные куски он не будет ради правильной огранки. И огранит его, ну, может быть, чуть более вытянутым или чуть более широким. Все зависит от сырья, с которым он работает. Так вот, каплю, которую принесли мне в работу, она имеет не совсем классическую форму. Она более вытянутая, чем привычные огранки груши. Так вот, что нам нужно сделать? Ну, во-первых, не забываем, что каст чаще всего, я не говорю в абсолюте, у нас бывает конической формы. Почему это делается? Когда зритель смотрит на камень, я его чуть подграню, простите, если подграню неправильно, я не огранщик. Так вот, когда зритель смотрит на камень, он должен видеть рисунок камня и красоту камня, а не возможно светящиеся там куски металла.
которые могут быть видны, если вы не отведете их под коническую форму. Так вот, поэтому какой прокат мы должны взять, чтобы обчертить рисунок этого камня? Ну, померить его совсем не сложно, достаточно взять какую-то, может быть, для измерения бумажку и просто обогнуть форму камня, по которой вы получите пока что только ориентир по длине проката, который нужно взять. Ну и также стоит учесть и ширину проката. Дело в том, что камень же, кроме своей длины и ширины, он имеет также еще и высоту. Это рундист, самая широкая часть камня, корона и павильон. Так вот, ширину проката мы никогда не ошибемся, если возьмем прямо в размер камня. От его площадки до шипа. Ну, как и сделал, в общем-то, уже отметил и отрезал я. Конечно, вообще мне сложно давать строгие шаблоны, и я бы не хотел, чтобы вот эти вот подходы, которые я сейчас озвучиваю, вы брали по умолчанию и ставили именно в свое изделие. Потому что каждое изделие, я часто повторяю, оно индивидуально, и нужно присматриваться к его образу. То есть каст, который я дам сейчас, он может совершенно не соответствовать вашему художественному замыслу. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Но такие более общие подходы, я думаю, что вам сейчас подойдут. Конечно, чтобы образовать форму, вот эту вот каплевидную из металла, удобнее всего, если у вас уже для этого есть расколоточка. Но, как я говорил, огранка камней формы груши, она не всегда соответствует привычным стандартам, которые у нас заложены вот в эту самую матрицу. Но сейчас вернемся к вопросу. Значит, мы подобрали ширину проката, длину проката по измерительной бумажке. И теперь мы должны отсечь его края этого проката. То есть он у нас будет иметь вот такой вид. Ну и понятно, что будет при сворачивании. То есть, когда мы эту заготовочку свернем с помощью гибочного инструмента, вы тоже увидите, как это делается, вид сбоку, он начинает приобретать вот такой. Это его средняя часть, она окажется вот здесь. Она будет вертикальной, потому что заготовка вертикальная. А вот эти два края заготовки у нас сойдутся в уголочек камня. Вид сбоку у нас получится вот такой. Вот такая лодочка. Согласитесь, выглядит немножко нелепо. Нелепо почему? Ну, потому что каст должен быть строго конический по всему его рисунку. А у нас носик получается крутой под конус, а, как это назвать, попка его вот такая вот, соответственно, прямая. Нелепо. Но для этого мы и брали ширину проката с хорошим запасом, чтобы потом подпилить его вверх и низ. А теперь переворачиваем заготовочку и получаем абсолютно верную коническую форму. И не забываем, что в костах с напайными крапанами при придании ему формы и момент, когда мы примеряем камень к этому кастику, никакие массы металла не должны вылазить за границы камня. Почему, я чуть позже еще объясню. Вот такого быть не должно. Металла быть видно не должно. Это в идеале. Значит, что дальше? Когда мы изогнули тело коста, да, нам нужно припаивать крапаночки. Каким образом мы припаиваем эти самые крапана? Ну, тут, пожалуй, если говорить о форме капли, крапана напайные могут быть двух видов. Сейчас нарисую. Условно сгодится. Когда всю жизнь рисовал горизонтально, вдруг дают вертикально и становится крайне неудобно. Кстати, я нарисовал толщину проката. Ну, она здесь очень условная, но классическая ошибка, берут по умолчанию какую-то строгую толщину металла, ну, скажем, миллиметр по умолчанию к размеру всех костов. Это, конечно, неправильно, потому что толщина проката у нас выбирается согласно размеру камня. Ну, если, к примеру, у нас камень
12 на, скажем, на 8, да, нам будет достаточно проката для крапанового коста. Ну, 0,08, 0,7. Если у вас камень будет совсем маленький, скажем, 6 на 4, конечно, такая толщина будет просто убойной. Будет смотреться очень грубое изделие. То есть для мелочи подойдет вполне 0,5, даже 0,4 толщина металла. Ну вот, пожалуй, так. Ну пока давайте вернемся к работе с металлом, с огнем общей формы костов, а потом поговорим о напойных карпанах и какие часто ошибки допускают начинающие ювелиры. Конечно, мы видим, что у нас камни вместе с оправой получились крупнее, чем на эскизе. Ну, я думаю, страшного в этом ничего нет. Эскиз – это только ориентир. Дальше окружение под савориты, его размеры мы будем выстраивать, уже отталкиваясь от размера центрального камня. Он главный, он диктует пропорцию. Так, ну что, ребят, тело коста у нас найдено. Мы даже уже подготовили основу, в которую потом будет врезаться наш каст. Но немного по карпанам. Какое обычно расположение их бывает и как они делаются? Делаются они, самые распространенные приведу варианты. Первое. 4 крапана из проволоки врезные в каст, которые у нас расположены вот таким образом. Это вид сверху. Здесь у нас врезка. А здесь сами крапанчики. Я нарисовал их сейчас разные по размеру, на самом деле диаметры они одинаковы. Их расположение – это ответственность ювелира, потому что многие допускают ошибки и делают их распределение по камню совершенно нелепым. Ну, например, где-то вот залепят таким образом, слишком внизу, а здесь, например, слишком посередке или слишком в угол. Расположение очень неграмотное. И казалось бы, ну все очевидно, но я встречался с тем, когда люди совершенно, я не знаю, чем они руководствуются, но они вот лепят их вот таким вот образом. Ведь неграмотное распределение крапанов по форме камня — это его уязвимость при закрепке. То есть, если вы нагрузили закрепочкой, скажем, уголок или его нижнюю часть, стороны у нас получается уязвимы. Он здесь, возможно, даже может быть готов разболтаться. Или, скажем, поджали основание, серединку, а носик уязвим. Кстати, что касается носика, еще раз, распространенная закрепочка может быть такой. 2 крапана напойных в нижней его части,
Я заштриховываю сейчас участок врезки, о нем я скажу отдельно. И напайной такой вот уголочек в носике камня может быть. Он может быть или напайной, или в принципе, как это сделаем мы, быть вырезан из тела самого коста. Я буду делать именно так. Ну вот не лежит мне на душу вот этот вот дополнительно впаянный уголок и вот этот рельефчик, который здесь образуется. Хотя в контексте нашего изделия здесь в принципе страшного бы ничего не было. Но об этом я тоже скажу отдельно. Я думаю, также многим интересно, какого диаметра проволоку мы выбираем для напайных карпанов. Ну пусть для вас это не будет ударом, любители точных наук, но здесь мы все выбираем на глаз. Масса крапана зависит от размера вашего камня. Ну так же, как и с толщиной каста. Если, к примеру, у вас крупный камень, вы не ошибетесь, если возьмете крапан покрупнее, ну скажем, миллиметровый, а может быть еще больше, если у вас камень по-настоящему огромный. Если у вас камень малыш, то ну, вам, возможно, хватит крапанов диаметром даже 0,5-0,6 миллиметров. Я взял толщину крапана 0,9, потому что камень у нас достаточно крупный. Так, а теперь по ошибкам, которые допускают начинающие ювелиры, да и, кстати, и не начинающие тоже, которые пытаются у нас делать косты с напольными крапанами. Так, еще раз нарисую форму каплевидного каста. Это, кстати, относится и не обязательно к капельке. Это может относиться и к подушечке, к сердцу, к маркизе, к примеру. Принципы везде одни и те же. Так, рисуем каплю, раз уж о ней у нас идет речь. Что-то она у нас очень вытянутая получилась. Ну ладно. Так, и толщину металла обозначим. Так, вот у нас есть каст. Нам нужно впаять карпана. Ну, во-первых, какую ошибку допускают сразу новички? Новички обычно перепуганы и очень боятся, и все делают с запасом, чтобы, не дай бог, я где-то пролечу. Ну, естественно, то, о чем я говорил в начале моей лекции, да, на этом планшете. Делают каст крупнее, чем камень. Я сейчас повторяю, что речь идет о кастах с напайными крапанами. То есть, если вот это у нас наружная линия каста, камень у нас будет по размеру, ну, где-то такой. Подграню его для наглядности. Запутался. Так, я думаю, сейчас все видно. Вот это у нас граница камня. А это границы металла. Отсюда уже ошибки. Делают слишком выступающие металлические части. Ну а потом нужно сюда припаивать крапана. Естественно, крапана нужно врезать в тело коста где-то наполовину их диаметра. То есть, если наш крапан 0,9 мм, где-то его половину мы врезаем в сам каст. Но здесь это уже неверно, потому что каст здесь сделан с запасом. То есть, у нас получится вот такая картина. Вот мы врезали здесь, ну, к примеру, у нас будет немножко по-другому закреплено, но сам принцип. И здесь. И чем это чревато? Вы видите, что происходит? У нас камень будет зажат буквально в одной, ну, их будет 4, но сам принцип, в одной точке. Да? То есть, представляете, какая масса камня и какая жидкая получается закрепочка. В одной точке. Это же ужас. Ну да, допустим, если мы нарисуем вид сбоку, это камень, а это прилегающий крапан, при условии, что он впаян неверно. Вот его круглое сечение, и вот касание, пусть по всей его длине, но всего лишь в одной точке. И, конечно, это чревато чем? Огромный камень и очень слабая нагрузка при закрепке. То есть он не зажат достаточно. Другое дело, если бы мы делали это правильно и подпилили крапан и его самая широкая часть, его диаметр, прилегали к форме камня, вот эта закрепка уже
считается надежной, потому что он удерживается не в одной точке, а по всей своей площади. Ну и, конечно, вот такие вот закрепочки ошибочные, они еще чреваты тем, что камень, ну, где-то при зацепе крапана может легко отогнуться и выскочить из своего ложемента. Ну вот так вот. Ну и это еще не все ошибки, к сожалению. Дело в том, что новички боятся везде, во всем. И там, где нужно уверенно врезаться в тело коста, они тоже боятся. И врезку делают очень жиденькую. Кстати, за врезкой вы сейчас понаблюдаете, как я это буду делать. В принципе, можно взять за основу. Так вот, врезку они тоже делают очень жиденькую. Там где-нибудь, может, лобзиком чуть-чуть подпилят. Я тоже нарисую это в масштабе, раз ну что-то пошло. Так, это у нас толщина металла. А это врезочка, которую они делают. Вот, вот так вот. Вот, что-то тут, вот, знаете, врежут. А вот это весь крапан. А вот здесь вот идет край камня. Смех и грех. То есть у нас крапан даже не прилегает к камню вообще. И они берут и нажимают это на камень. То есть у нас камень получается буквально, ну вот если вернуться к виду сбоку. Вот это камень. Он лежит в кастике, который больше, чем сам камень, естественно. А вот у нас деятели сделали врезку крапана, вот так вот. Кстати, по высоте крапана тут бояться не надо, можно делать с огромным запасом. Все лишнее мы потом легко отрезаем. Ну, вот такая красота получается, да? Как вам вот этот зазорчик? Вот он, адский зазор, страшный зазор. Ну, люди крепят, а что париться-то, закрепим как-нибудь. Все, нагибают крапан, естественно, наваливают его на корону камня. Ну, здесь вот зазор обязательно. И буквально, что получается, у нас корона камня удерживается крапаном только в одной точке. Ладно, здесь я рисовал, что в одной точке, но по всей длине крапана. А здесь вообще в одной точке, вот он здесь закреплен. Ну, вроде бы как, да, он не шевелится, он держится. А поносит человек этот камень, ну, поэксплуатирует, ну, там, скажем, это кольцо может быть или что-то другое немножко, да он там разболтается просто как миленький. Так что тут, ребят, без вариантов. Ну, и уж не говорю о том, что вот такой вот крапан очень легко где-нибудь зацепить и отогнуть. Ну, к сожалению, это ошибка. Ну, и просто даже, может, если он не вылетит, он обязательно разболтается вот в этом свободном пространстве, которое я нарисовал. Так что, друзья, смотрите в оба, анализируйте и постоянно рассуждайте. Кстати, вам небольшой ориентир, но кто пока еще плавает и плохо понимает, что как боится на каждом шагу. Если вы врезали крапана, припаяли их, взяли камень, и он не уйдет, потому что его крапана не пускают, значит, вы все сделали правильно. Камень у вас встанет после того, как вы эти крапана бором подпилите. Но тут опять же тоже важно не переборщить. И, допустим, если вы врежете в тело каста не половину крапана, а большую его часть, ну там три четверти, к примеру, это чревато тем, чем, что крепить камень уже будет нечем, у вас тут осталось буквально, ну я не знаю, как это, что фольга, что ли, и при обработке у вас все отогнется, отлетит. Ну, ювелирка — это такое искусство, сделать качественное изделие — это пройтись по лезвию бритвы, ну в этом искусство и заключается.
Так, ну что, друзья, пока у нас кастик отбеливается, давайте поговорим о том, почему крапана в данном случае я сделал напайными. В ювелирном изделии, как ну, в целом в ювелирке, как в любом виде изобразительного искусства, в идеале случайностей быть не должно. Каждый фрагмент изделия служит чему-то и отвечает за что-то. Если вернуться к эскизу, увидите, что у нас каст с турмалином, его окружение с фаворитами разделены между собой линией воздуха. Воздух в ювелирке, особенно если речь идет о крупных изделиях, очень важен, потому что он придает изделию зрительную легкость и изысканность. Если мы слепливаем два куска крупных между собой, без воздушного пространства, даже несмотря на то, что если они будут тонкие, зрительное восприятие будет все равно у человека тяжеловесное. Но вот эта линия воздуха, она придает изделию легкость и воздушность. Так вот, а соединяются детали изделия между собой мессерами. Мессером у нас называют перемычку, да, или мостик, соединяющих два берега разных деталей. Так вот, почему я сделал крапана напайными? Потому что одновременно они играют роль как обжимных лапок, так и мессеров, связующих две разных детали. Очень удачное решение. Ну а центральная линия из бриллиантов, ну, во-первых, она создает определенную вертикальную динамику, во-вторых, она разряжает, облагораживает, можно сказать, вот эти активные красные и зеленые цвета. Но что касается каста формы подушка, я думаю, что крапаны мы выпилим из самого тела каста. Thank you.
Ну вот мы поймали за хвост общую композицию изделия, от которой отклоняться уже не будем. Конечно, сейчас было бы технологичным заняться подготовкой гнезд под мелкие камни, но я понимаю, что заводить всю эту канитель сейчас не могу, потому что мне уже скоро убегать на занятия. Поэтому заниматься мы этим будем уже в школе, я думаю, что выберу для этого время. Ну а сейчас, я думаю, то, что мы успеем сделать, это подготовить прокат под дигель. Изделие у нас не дешевое, естественно, его оборотную сторону, которая будет испещрена, я уже заговариваюсь, испещрена отверстиями сквозными под камни, нужно, конечно, прикрывать, как-то художественно решать. Как я еще пока не знаю, этим мы с вами займемся вместе, а пока давайте уже будем готовить прокат и погоним в школу. Друзья, я прекрасно помню, что обещал сделать это видео полнометражным. И уже тогда предполагал, что оно займет около часа эфирного времени. Но сейчас понимаю, что тот объем работы, который мы уже проделали, к тому, что еще предстоит проделать, в итоге займет не около часа, а около полутора часов. Поэтому, естественно, такой продолжительный промежуток времени никто не высидит. И это видео неизбежно мне придется делить пополам. Так что увидимся мы с вами или в продолжении этого видеосюжета, или того, в котором я обещал рассказать о том, как сделать рамки для резин холодной вулканизации собственными руками. В общем, посмотрим, как пойдет. Ну а пока я был рад со всеми повидаться, я надеюсь, что вам было интересно, и до встречи. Пока! Я начала делать боковую часть полуквадрата. Ой. Ну так а что вот? А, по всей видимости, форма буду не я, раз я этого не знаю. Наверное, да. Это... Двигаться, да. Да? Да, да, да. Вы нас на макрообъектив снимаете? Чтобы у нас у всех были очень четкие, широкие поры такие на лице. Ну что там, идет процесс. Тик. Стопы.
настраивается. Два варианта. Это конечно. У меня просто можно включить, а можно выключить. Что вы на том занятии сделали? Что-то рисовали? Цаварики. Знаешь, такие там.